Тут он, они якобы с пострадавшим там договорились, он 50 тысяч ему отдает и вообще дело, короче, заминают. Угу. Я не знаю, вот он отдал, не отдал бы. Давай, давай, делай, делай. Давай, давай. Блин. Вот. Терпи, терпи. Мощно. Взрыв. Взрыв. Бамс. Так, очередная тренировка. Сначала. Как обычно, бёрпи с скакалочкой. До этого мы сделали немного на тренажере, греблю, кардио, разогнали кровь. Сегодня будет 50 на 50. Половина тренировки здесь и половина уже в фитнес-зале. Вот так. Что это такое? Это инструмент мучений, но эффективных тренировок. Сейчас кое-кто будет сделать потрясающее упражнение и сами увидите. Соточка. Давай. Вот, до центра. Ага. Так. Бомбим. Делай имитацию удара по лицу кому-нибудь. Типа на. На, сука. Давай, давай. Сколько уже? Я не считал. 30. Давай, давай. Взрыв. Бомбим, бомбим. Вот. Тяжело, понимаю. Понимаю. А кому сейчас легко? Вся страна на коленях. Давай, давай, бомбим. Последние 5 делаю взрыв мощный. Сколько? Соточка. Соточка, я насчитал 50 только. Оказалось, не из простых. Дима вон делал соточку. Я тоже делал соточку. Устали уже. Вперед, два назад. Да. Вот.
50-ка. В общем, делаем бой с тенью. Как получается, неважно. Главное просто делать имитацию. Мы все-таки не профессионалы. Ругать нас не надо за это. Как умеем, так и делаем то, что мы умеем. Мы совершенствуемся, но это бывает не за один раз. Поэтому с каждым разом будет получаться лучше. Вот, просто мы стараемся. Всему в свое время, всему научишься. Надо просто запастись терпением и настойчивостью. Итак, сейчас мы сделаем бой с тенью еще. Потом, значит, сделаем статику. Сделаем пресс, да? Пресс сделаем и пойдем уже, собственно говоря, в фитнес-зал. Будем там подтягиваться. Ну, такие фитнес-упражнения. Бицуньку, может, покачаем сегодня для разнообразия. Трицуньку. Лучше просто бицепс покачаем. В общем, как-то так. Смотрите дальше.
Прямо вот где соски. Ниже не надо. Вот сюда, где соски. Да, вот. Раз, два, три. Растягивайся наверху. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да? Так, делаем упражнение, тяга верхнего блока, к груди. По 4 подхода уже сделали. В дальнейшем будем еще на грудные отделы делать упражнения. И покачаем сегодня еще бицуньку. Отпускай ноги, ставь на подножки. И все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пошире. Плотно к спинке и медленно растянулись, мощно давались. Растянулись. Давались. Можешь переместиться в другое место. Еще три. Раз. Два. Три.